Всем добро пожаловать на канал Русскую Усадьбу. Сегодня мы будем производить монтаж теплицы Легенда. Ширина будет составлять 4 метра, длина 8 метров. Будут у нас два торца и одна перегородка. Теплица будет у нас перекрываться стеклом, а перегородка монолитом. На данном этапе будем собирать каркас, скручивать прогонами и крепиться к фундаменту. Каркас собрали, скрутили прогонами, закрепили к фундаменту, перегородку обшили монолитом. Также по кругу прикрутили отливы, уголки. И сейчас накручиваем базу для стекол, подготавливаем стенки и крышу для перекрытия. На сегодня у нас монтаж подходит к концу. Собираем инструменты и отправляемся домой. Что мы успели, так это обшить стены, крышу наполовину. Остались у нас торцы. Обшить торцы, дверь установить, форточные блоки. И на крышу там еще на форточные блоки нарезать стекло. Всем доброе утро и добро пожаловать на канал Русскую Усадьбу. Сегодня у нас второй день монтажа теплицы Легенда 4х8. Продолжаем перекрывать крышу. Крышу мы практически уже все перекрыли. Остается доделать и форточные боки. И на данном этапе занимаемся торцами. Будем также обшивать стеклом и устанавливать двери. Ну что, вот у нас монтаж подошел к концу. Доделали мы торцы, также двери. Прикрутили крючки. И также доделали перегородку. Распашные двери двухстворчатые. Обшили монолитом, накрутили фурнитуру, ручки. Все как полагается. Всем добро пожаловать на канал Русскую Усадьбу. Сегодня вашему вниманию представляю теплицу Легенда. Ширина теплицы составляет 4 метра, длина 8 метров. Теплица перекрывалась у нас стеклом. Использовалась база-крышка, также декоративные уголки по краям, как на торцах, так и на крыше. Дверь алюминиевая, тоже стеклянная, была прикручена. Был крючок прикручен, чтобы ветром не хлопало. Также укосины и по периметру отливы. Как мы видим, внизу у нас уплотнительная резинка, чтобы плотно стекло вставлялось. И также по стенке она идет. Перегородка выполнена из монолитного поликарбоната. Это что-то в виде оргстекла. Тоже как стекло выглядит. Все красиво. Дверь двустворчатая. С новыми замками, ручками. Вот такого вот типа. Все закрыто. Вторая створка у нас закрывается вот здесь. Также были установлены форточные блоки для проветривания. Две штуки. В одном пролете и в другом. Другой торец у нас такого же плана, также алюминиевое отверстие, стекло, все точно так же. Ну, на этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.